Что в обществе так сильно тебя огорчает? О, я не знаю. Может, то, что все мы считали Стива Джобса великим человеком, хоть и знали, что он нажил миллиарды на детском труде? Или то, что, похоже, все наши герои поддельные? Весь мир — одно сплошное надувательство. Мы заваливаем друг друга потоком бредовых комментариев, выдаваемых за проницательность, изображаем близкие отношения в соцсетях. Или то, что мы голосуем вот за это. Не на подтасованных выборах, а нашими вещами, нашей собственностью, нашими деньгами. Я не говорю ничего нового, мы все знаем, почему мы это делаем. Не потому, что книги «Голодные игры» дарят нам радость, а потому, что нам нужен наркоз. Потому что больно не притворяться. Потому что мы трусливы. Нахуй общество. Элиот. Элиот.